Добрый день. Сегодня я играю в World of Warcraft или WoW в простонародье и хотел бы рассказать вам немного багов карт, поговорить с вами о читах, ну и вперемешку с этим немного покачаться. Ну что ж, я не знаю, те, кто знает, те, кто играет в WoW, сейчас, наверное, узнали эти шмотки. Это самый дорогой шмот, бис-шмот на варе. Очень-очень сложно я, долгим трудом я это выбивал, добывал. Но, как видите, все возможно, все возможно. Я прокачал этого вара себе за... Ну, то ли это 3 месяца, то ли это 4. Ну, где-то так. Вот, но не удивляйтесь, точнее, не пугайтесь такой большой цифры, так как это, в принципе, немного. Я играл где-то часа 4, может, 5 часов в день в эту игру. Не считая ночи. Ну, как бы ночью я сплю, как обычный, нормальный, уважающий себя человек, и не играю в игры. Ну что... Создадим нового персонажа. Я люблю играть за Альянс. Так, я хочу себе Рогу. Точнее, разбойника. Ну и кто когда-нибудь играл вообще в MMORPG игры, тот знает, что идет распределение по трем классам. Это воин, который у нас любит ДД и танчить. Короче, дамажить, бить всех, я не знаю, как еще легче сказать. И танковать. Пофиг, он толстый, ему пофиг вообще на все удары. Есть лучник, или так называемый охотник, но это уже как вам будет угодней. Тут и этот разновид распределяется по двум классам, как охотник и разбойник, но это как с моей точки зрения. И есть маг, который тут тоже распределяется даже, блин, не по двум, наверное, а по трем классам. Или по четырем даже по четырем. Жрец, шаман, маг и чернокнижник. Это, в принципе, все. В принципе, если логически подумать, то это практически все одно и то же. Они все пользуются магией. Просто у каждого свой подраздел. Жрец там хилит, шаман там вызывает, кажется, эти статуи, короче, какие-то. Они его усиляют, там или хп ему больше дают. Маг. Ну, маг, он и в Африке маг. Чернокнижник. Там, опять же, нечисть всякую вызывает, там души высасывают. Может, я помню, он там может призвать... тварей всяких призывает. Друид, он и в Африке друид. Так, ну, опять же, я возьму Рогу, немножко почитаем. Рога у нас, роль Роги, нанесение урона, броня средняя. Я, честно говоря, за Рогу первый раз играю, поэтому не знаю ничего про него. Держит в каждой руке по оружию. Вот у... Вара была такая фишка, ну, воина. Короче, у него, не помню, на каком-то левеле прокачивается такая способность, что ты можешь держать в руке сразу два оружия. Два двуручных оружия. Это, там, не знаю, можно черную смерть, там, я не помню, как она называется. Я вот недавно, точнее, давно уже не играл. Ну, короче, можно повесить там, допустим, два двуручных топора, но фишка в том, что если ты повесишь, то дамаг ниже станет. Вот это было очень обидно мне, когда я узнал это. А вот тут я не знаю, как, наверное, два одноручных будет вешаться. Так, потом, что тут у нас еще? Полагается на незаметность, отравленное оружие и удержание противников под контролем. Ну, я не знаю, скорее всего, будет какой-нибудь стан, инвиз или что-то типа того. После использования 5 приемов серии разбойник может нанести особое сильное завершающий удар. Особо сильный завершающий удар. Ну, это типа что-то типа добивалки у вара, если я правильно полагаю. Пользуйтесь энергией как ресурсом. А, пользуется энергией как ресурсом. Понятно. Что-то типа маны. Та ёпта. Я уже, блин, второй раз перезаписываю. Меня это кумарит, блядь. Меня кикает, посчитать не дает. Ну,
Прождем немножко, блядь, этот ебаный момент. О, великие яйца, я не верю в это. Так. Ну что, сейчас мы Шуриком выберем себе какого-нибудь уродца. Не создадим. Ебальник ему такой надо зверский прям. Так, стоп, причесанному. Да лысый, тут лысый есть. Я хочу лысого. Вообще похуй, он скоро в шлеме будет. Если... А, стоп, это ж кожа. Блять, как давно я не играл в Вовку. Ой, ебать, грозный какой. Борода и... Ебать, да ты так еще грознее, чувак. Я не знаю даже, что тебе делать. О, блять, Росомаха. Все, Росомаха. У меня будет Росомаха. Я даже так подпишусь. Росомаха. Сейчас только так как-нибудь по выебистому. Р, там, блядь, точка, О, точка, С, точка, А, точка, М, точка, А, точка, похуй там. А, все, Росама, блядь, Рос, нет, ну, не вариант, короче, сейчас как-нибудь так, Ха, ну, или так. Росомаха. Или можно даже типа по-русски написать. Росомаха. Все. Принять. Все. Теперь у меня есть этот рога. Так. Так, ну и потихоньку начну рассказывать про все преимущества, которые я могу дать вам. Так, эту хуйню сейчас я видео пропущу. Так, ну, есть... Чё я с маленькой? Я с большой подписывался. Есть несколько преимуществ. Ты кто? Так, коварный удар какой-то. Потращение. Прием, наносящий урон в зависимости от длины серии. Я не знаю, что такое. Бросок. Бросок метательного оружия в противника. Так. Короче, есть так называемые аддоны. Блять, что-то у меня мышка тормозит. Кумарит. Так называемые аддоны. С помощью которых можно... ну, я не знаю, как объяснить. Допустим... Таля. Допустим, смотрите, я не знаю, я жутко, что это такое? Меня почему-то жутко лагает. Короче, допустим, вам надо выполнить какую-то миссию, да? И вы не знаете, какую выполнить. Вот есть аддон, который поможет вам это сделать. Я, ёпта, лагаю, как не знаю кто. Что это за херня? Вот так я могу покрутить, а... Блять, начинаю идти и все. Пиздец. Только не говори, что это из-за съемки. Уроды. Так, ну ладно, буду я так ходить по-рагульски. Или сейчас даже. Сейчас. Где тут у нас? Изображение, вот назначение клавиш. Сейчас. Секунду, нет. Я не помню. В интерфейсе, кажется. Так. О, все, так будет значительно легче. Так, у тебя еще задание возьмем. Допустим, смотрите, мы не знаем, как выполнить задание, да? И нам его надо выполнить. Выполняем квесты, получаем уровень и какую-нибудь шмотку, которая не очень всегда важна. Ее можно продать. Вот. Так, сейчас. И мы не знаем, как выполнить, а надо. Значит, что же нам делать? Делать нам надо вот что. Скачать аддон и поставить его. И включить его в модификациях. Но это я потом, наверное, выложу, как это все делается. Мне надо молодых ночных саблезубов убить.
Иди сюда. С тобой еще разберусь. На тебя. Ну, этот удар я знаю. Это еще. Так. Ну, похеру. Я все равно потом это все говнище продам. Так. И в этом аддоне будет написано, допустим, как мне там пройти туда-то или туда-то. Будет там нарисовано стрелочками путь. Будет более подробно написано, как выполнить то-то или то-то. Или, допустим, аддон для работы, да? Вот мы нанялись на шахтера. Нам как-то надо же находить руды. Мы скачиваем аддон, который показывает нам, где эти руны, ой, руны, руды находятся. Допустим, там-то находится железо. Там-то находится, там, не знаю, олово. И т.д. и т.п. Вот. Вот такие вот разные аддоны есть. Это как бы, с одной стороны, это привилегия, но и с другой стороны, это и не чит, как бы. Его скачать может любой, и за него не банят, ничего не дают. Поэтому. Так. Что же насчет читов? Ну, как таковые вообще читы есть, но я играю на WoW Circle, там где ты хоть как ни крути, а если ты читами воспользуешься, то все, пиши пропало, чувак. Тут стоит очень мощный античит, который просто тебя забанит и все. И все. Регай новый акк, поэтому лучше читы вообще проверять лучше на каком-нибудь отдельном аккаунте, специально зарегистрированном. Но все же читы есть. И я выложу читы специально, наверное, для нуба серверов и читы для таких профессиональных серверов, как WoW, Circle и так далее. Вот, что эти читы вообще из себя представляют? Ну да, чита на домах как такового нету. Есть баг на домах, это не чит, но, опять же, он тоже не везде работает. Вот, допустим, я пытался сделать баг на домах на WoW, ну, короче, на этом сервере, да, и он, ну, не прокатил, одним словом. Не получилось у меня его сделать. Так, стой, нет, ну ладно. Также, что еще я могу сказать? Есть баги самих карт, как бы, можно будет запрыгнуть там куда-нибудь, ну, чисто это так, для веселья. Тоже я выложу чуть-чуть попозже, на своем 80-м. Так, что еще вам рассказать? Словарики, как бы, чтобы знать, кто что говорит, тоже выложу в описании под видео. Спрашивайте меня вообще, что да как. Я попытаюсь помочь, чем смогу. Вот. Ну вот, такая вот. Вообще игра сама по себе интересная. Даже очень так все. И можно в нее порубиться. Конечно, если же вы любитель MMORPG игр, как я. Вот. Ну что? Так, подождите. One is second. 17.2. Ну это лучше. Так, надо что-нибудь выкинуть. Скинем шмотку. Да, ты нам не нужен. Конечно, мы берем перчатки. Принять. Ну все. Я, в общем, рассказал, что я выложу о Вовке. Так-то просто подождите немножко, я выложу интересное. Поищу баги, вообще положу на форумах. Ну, вплотную займусь этой игрой, потому что она мне припала к душе.
одна из интереснейших игр. Ну что ж, до свидания. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки под видео и комментируйте. Говорите, что не так я делаю или что делаю так, чтобы я продолжил. Всем удачного вечера.